есть. Всем привет! Выехал на рыбалку на Южный Буг. Взял свою удочку с боковым кивком и поплавочную. На этом месте недавно рыбачили с тестем. Он на поплавочную удочку, а я на боковой кивок в тех камышиках. Тесте удалось разловить неплохих карасей и плотвицу. Вот такого карася тест поймал и вот такую плитку. Остальные карасики чуть поменьше. Он на том месте он прикармливал. И ловил на одну удочку поплавочную. Так, прикормлю место. По наживке у меня будет ручейник. У нас его называют чертиком. Червячок. Вот и первый карасик. На червячка. Не захотел он чертика. Накрученного червя взял. В прошлом году пару раз хорошо сработал рваный червь, порвал червя, такой охапок получился. Сейчас червеводье будет сок пускать и 100% приманит нашего карасика. Раз карасик хочет червячка, пожалуйста. Это уже получше. Рваного червя.
есть. Ребята, 3,5 часа я был без поклевки. И наконец, наконец. Тихонько, тихонько. Опа. Хороший карасик. Я уже и поплавок огружал по фен-шую. Поплавок по-разному огружал. В итоге одна дубинка тут и две тут. Поплавок с тестом на 3 грамма. Карась очень прошенный. Так я забрасываю поплавочек и потом по сантиметров 5 раз подвел и жду. Опять чуть-чуть раз подвел. И в общем такой проводкой 2 последних карася и взяли. Если просто поплавок стоит на месте, можно и целый день поклевку ждать. Поплоджих. Вот таких 6 красавцев. Этих прям 2 таких хороших зачетных. Устроил себе прям праздник на день рождения. Да, карась подарил удовольствие. Если видео понравилось, оцени лайком. Спасибо за просмотр. Всем пока.